Я рада видеть вас всех на этом видео. Вспомнила молодые годы. Сожалею, что меня не было рядом. Вот, и не смогла вас накормить плачиндами. В общем, я очень благодарна всем. Всех люблю, всех помню. И надеюсь, что в ближайшее время, при любой возможности, если она появится, я все-таки появлюсь в Комсомольске. Юлечка, спасибо тебе за все. Глядя на тебя, я просто Коле сказала, боже, боже, каким зрелым музыкантом Юля стала, и чуть-чуть там, и капелька моего труда там есть, потому что все, что чему ты достигла, в общем-то, то ты достигла за счет своего таланта и труда, а я так, помогала тебе немножко. Девочки, огромное спасибо за поздравления, Лидочка и Юля. Я очень вам благодарна. К шикарной Розе еще набор продуктов. Целую, люблю.